Всем привет! Я хочу провести эксперимент. Я хочу вот этот вот кустик обрезать, это сухое сверху, и посмотреть через недельку, что с ним будет. Вот. Мне очень интересно. Я начинающий только лавандист, так сказать. Поэтому мне сегодня понедельник, я уезжаю в Киев, город. И приеду через неделю на дачу. И вот посмотрю, как поведет себя через недельку этот кустик. Потому что некоторые говорят, что нужно обрезать, и он тогда пойдет в рост. Ну, вот посмотрим, что у нас получится из этого. Даже зелененькое это. Обрежу. Вот. Теперь он такой.